Кать, привет, как дела? Пойдет. Может, в кино? Сойдет. А после кино к тебе? Поехали. А родители дома? Уехали. Давай за тобой заеду. Заезжай. Да-да, я выезжаю. Выезжай. Как приеду, наберу. Набирай. Ничего, что напираю. Напирай. Оторвемся по полной. Оторвемся. По клубам прошвырнемся. Прошвырнемся. Текилу возьмем. Напьемся. А потом в караоке. Напоемся. А если не понравится? Вернемся. А в такси плохо станет? Пройдемся. Чупа-чупсов купим? Насосемся. А потом к тебе на хату? Сорвемся. Одежду сейчас снимем? Снимем. На телефон все это снимем? Снимем. В джакузи голые посидим? Посидим. Кальян со мной подудим? Подудим. А массаж сообразишь? Соображу. А в кровати полежишь? Полежу. Ну че, я выезжаю? Выезжай, но есть одно но. Что? Есть одно но. Ну? Секса не будет. Как так? Секса не будет. Это после джакузи-то. Ага. Секса не будет. Ничего. Ты чё, обиделся? А чё? Я думала, просто потусим. Ничего себе. Тупо закажем шампусик. Фига себе. Голый в джакузи ляжем. Занятно. Без задней мысли, так скажем. Понятно. Полгода будем встречаться. Офигеть. Потом начнем целоваться. Очуметь. Ты сводишь меня на Багамы. Обалдеть. Познакомишься с моей мамой. Охренеть. Свадьбу назначим в центре Лондона. Петь пригласим Лепса и Дорна. В медовый месяц отправимся в Ниццу. Вот там вот в Ницце все и случится. Лишь только тогда я буду твоей. И будет у нас 8 детей. Не будет. Чё? Секса не будет!